На базе Центрального поликлинического отделения Люберецкой областной больницы работает школа для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Ее открыли в начале лета. Чему обучают в школе здоровья, расскажет Богдан Колесников. На занятиях врач-эндокринолог рассказывает о методах самоконтроля больных с сахарным диабетом, помогает адаптировать лечение, назначенное врачом, и информирует о методах профилактики острых и хронических осложнений. Пациенты обучились уже, какие осложнения бывают сахарного диабета, они уже в курсе, какая терапия, какие целевые уровень глюкированного гемоглобина у пациентов должен быть. Каждый пациент уже знает о своих возможных осложнениях и индивидуальном уровне сахара. Обучение проводится по отдельным программам для больных с сахарным диабетом первого и второго типов, а также для беременных женщин, имеющих симптомы данного заболевания. Каждому индивидуальный подход. Многие пациенты не соблюдают сахароснижающую терапию, и, естественно, у них развиваются осложнения, в дальнейшем ухудшается жизнь. Продолжительность и качество жизни ухудшается. Школа работает 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 13 до 15 часов. В нее могут записаться пациенты, прикрепленные к поликлиникам Люберецкой областной больницы, обратившись к своему лечащему врачу. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ.